Прежде чем фрезеровать и клеить, допустим, я собираю все на сухую. Вот я собрал мыльца, боковые, проверил, как все сходится, то есть сходится нормально. Теперь определился, в принципе, с фрезами, которые я буду делать, то есть кромочными, да. То есть слишком много не буду фрезеровать, так как хочется, чтобы оно было меньше всякого добавлено, ну и более в классическом стиле оно было. И меньше всяких фрез, то оно будет более красиво смотреться. Вот. Тут у меня получилось так, что на лицевом стороне смоляной карман выскочил. Вот. Ну и в принципе можно, как я, как Вокер 54 делает, это выбирает вот так, допустим, канавочку, клеить деревянные, короче. Ладно, я просто хочу еще показать еще один способ, как можно убирать смоляные карманы. Я беру стамеску, не знаю, возможно, будет у каждого есть фучик, беру и аккуратно удаляю, допустим, смолу смоляного кармана. То есть немножко прохожу, дохожу до дерева самого. Пламя тоже, то есть как бы с ламелем немножко будет подольше, с этим будет побыстрее. Пока просто вот так вот. На грубую беру. Потому что она сейчас подсохнет, немножко втянется туда в середину. Потом следующий слой нанесу. Зашлифуется и практически посильнее уйдет. Смоляного кармана. Зашпаклевал еще, где выдеры получилось тоже. Вот снизу я прохожу такой маленькой полукруглой радиусной фрезой. Вот такой вот.
Этот материал на кроватку мне принес сам хозяин, то есть это его личный материал, то есть исходя из этого, как бы материала не особо, в принципе, выбор был, был с сучками очень много, то есть и смоляные карманы, поэтому так получилось, что, то есть, вот, что могу, то убираю, что могу, то есть оставляю. Ну, в принципе, хозяин сказал, что оставит сучки, ему нравится. Лично мое мнение, то мне тоже нравятся сучки, когда есть на дереве, а когда именно без сучков. Она тоже хорошо, красиво, но с сучками она как-то для меня больше нравится. Вот, вот стойки, которые я фрезернул, вот, и вот сбоку, в принципе, с таким вот выступом, оно будет очень красиво смотреться, а передняя часть будет вот так идти. Дальше я взял фрезу большим радиусом, где-то 5 миллиметров, и вот прогнал именно вот, вот этот профиль. Вот получается, будет более выразительно, очень красиво смотрится. И просто. Ну, сейчас я, в принципе, вышлифовываю те места, которые будут труднодоступны, то есть в углах, именно, знаете, когда склеятся эти былицы. Вот. А те, которые идут на плоскости, то есть, ну, вот именно, что можно потом шлифануть, я буду шлифовать их потом в целом полностью. Так как у меня имеются наметки карандашом, разметка, то есть, на, вот, если взять, допустим, вот здесь, вот он, вверх, низ, допустим, да, вот, тут у меня в одной плоскости идет царги. Потом я этот карандаш шлифую. То я шлифую, в принципе, то есть места примыкания вот здесь вот, допустим, с другой стороны, где будет стойка выступать на 10 сантиметров. Стойки у меня идут 40 на 90, а сархи идут 30 на 18. Я здесь буду снизу добавлять брусочек, то есть на другие царги длинные, которые идут, брусочек 20 приклею и сверху буду ложить ламели 30 на 40 или 30 на 50, буду смотреть, какие точно. Шлифую я вот такой вот шлифмашинкой Makita. Я уже делал обзор этой машинки, уже поработал я некоторое время. Некоторые люди в интернете грешат на вообще как бы на шлиф, вибрационной шлифмашинке. Ну, я бы сказал, скажу, что да. У меня есть такая вот шлифмашинка Sparty. У нее звук очень большой и сильно вибрация идет на руки. То есть я не так часто, в принципе, ими пользуюсь, бывает пользуюсь, но они просто очень хорошо шлифуют. Эта машиночка, скажу, что если вовремя не снять наждачку, не забитую, да, то ее веса хватает шлифовать как бы поверхность спокойно. И я вам скажу, что в этой машинке, почему они, в принципе, очень как бы из всех вибрационных шлифмашинок, они идут дороже, на класс выше. Почему? Потому что здесь идет железный, тут идет вес, и здесь очень маленькая вибрация поступает на руки, их практически не слышно. Вот, кто работал этой машинкой, то он, в принципе, знает. Вот. Как бы я особо там не ощущаю такой. Она, конечно, есть, но я говорю, что я пытаюсь этим весом, который есть на шлифовальной машинке, вложить ее на шлифовую. Вот. Ну, в принципе, подготавливаю царги, да, места, короче, где будет труднодоступно, это вот здесь вот пошлифовал, потому что сейчас здесь посадятся ремышечки, ламель, да? Ну. Thank you.
некоторые, то есть много моментов я не снимал, так как, в принципе, не имело смысла. Оно все повторяется. Так же самое и здесь. Здесь я посадил на шканты. Все ламели, то есть идут на клей. Здесь сбоку такой уступчик получился. Сейчас расскажу почему. Сбоку на шурупы прикручивается. То есть это для того, чтобы лестница снималась. Вот. Я сначала сделал лестницу немножко пошире, чем это. Ну, чем это. Вот сюда она доходила. Как раз закрывала я, это должна была верхняя перила крепиться к этой задней части. Вот. Ну, как бы, когда я сложил лестницу, посмотрел немножко вид лестницы очень слишком огромный, и оно как-то не очень смотрелось. Вот. Ну, я хотел просто, чтобы сверху был проход побольше, как бы, туда. Вот. Здесь я не мог бы, конечно, здесь обрезать, был бы проход пошире, но я это не делал для того, чтобы закрепить перила куда-то, к чему-то. Ну что, в любом случае, ребенок будет вылазить, он будет цепляться за это перила, чтобы туда вылезти. Вот. Поэтому здесь должна быть жесткость. Лестница крепится просто элементарно на шурупы. Вот. Можно было ее снять. Чтобы можно было ее снять. Так, снизу брусок 25 на 20. Вместо ламели у меня будут доски 30 на 70, на 60, есть даже на 40 некоторые, вот в зависимости как доски, выход доски получался, поэтому они разные получились. Я сейчас сложил, сдвинул вместе, но сначала как бы их разложил, вот там поставил метки себе, где какая будет находиться, нашел середину, вот, и к ней я буду крепить крепление, то есть, ну, грубо говоря, доску снизу, на которой будут цепляться направляющие. То есть снизу будут еще ящики. Кроватка очень массивная получилась, вес приличный. И взял такие вот угольнички, сюда они, ну, хорошие угольники. Единственное, шурупу налупил, так пить, конечно, не буду. Ну и надо просто будет делать потай, чтобы шуруп заходил дальше, потому что он выглядывает. Вот, в принципе, и все. Сейчас буду только делать ящики. Вниз склеил щит, сейчас раскрою его на обвязку. Потом все разбираю, шлифую, грунтую, тонирую и буду красить.